Деревня Санта-Клауса в этом месте, в Лапландии, расположена не случайно. Из легенд известно, что земная кора в этом месте самая тонкая, и поэтому хозяин большой зимней резиденции может отсюда управлять временем, контролируя скорость вращения Земли. Деревня Санта является и местом обитания северных оленей Лапландии. К сожалению, легендарного Рудольфа увидеть не удалось, но зато здесь много его братьев и сестер. Сейчас у нас около 40 северных оленей, но я хочу добавить, что общее число намного больше. Большая часть оленей живут в лесу. Некоторые из них также умеют летать, но только при помощи волшебства Санта-Клауса. Дом Санта-Клауса расположен на глубине 50 метров под землей вдоль полярного круга. Сильные и веселые эльфы помогают вести хозяйство в резиденции Санты. В многочисленных коридорах можно легко заблудиться, но один из них ведет прямиком к самому Санта-Клаусу. Это не я выбрал Лапландию, Лапландия выбрала меня. Я люблю это место, потому что в зимнее время здесь много снега. Здесь можно прогуляться по просторам природы. Здесь воздух очень чистый, не так много людей, можно немного отдохнуть. С этого места я могу легко добраться до любой точки земного шара. Лапландия тоже центр мира. Летом я могу немного отдохнуть, но я очень много путешествую. Хожу на рыбалку. Я люблю ловить рыбу, но я не могу поймать ни одной рыбы. Знаете почему? Потому что у меня добрая душа, и я не могу причинять боль. Но это прекрасно — быть на свежем воздухе и проводить время, что-то делая. В Рождество случаются чудеса. Я могу разговаривать на любом языке. Мои олени поднимаются в воздух, и мы за одну ночь облетаем всю планету. Многие спрашивают, как я одновременно могу находиться в разных местах. Это тоже благодаря волшебству. Не забывайте быть хорошими ребятами, и увидимся в Рождество в вашей стране. Счастливого Рождества! Merry Christmas. Эволд Дукуль, Иван Смилов, Латвийское телевидение, Ровен Ньеми, Финляндия.